Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Здравствуйте, дорогие зрители! Так уж получилось, что однажды выбил я одному Ракутагину золотой килтек. Пожалуйста, Доденька, ёбаный насос, как бы ты, блядь, ты мою жизнь сделаешь! Брат, я люблю тебя! Фу, пшёл нахуй! Ладно, я пойду в школу, ты его упаляю! Можно я представлю, что это ты? Ну, блядь, ты лучший, сука! И хотя великая мудрость гласит, что имба руки не выпрямляет, Ракутагин, конечно же, верил в обратное. Компания не так кнопка представляет. Имба для криворучки, или как Ракутагин гнул золотым килтеком. Ну здравствуй, Рачо. Имеется у нас к тебе вопросик. Да? Что за команду ты напикал? Топовая. Объясни, пожалуйста. Топовая команда. Слейд Коля. Это мой товарищ. И это типа повод? Не, он еще координатор и танк. Он один из лучших стрелков, которых я вообще когда-либо видел в этой игре. Он топ, реально. А кто такой Купидон? Купидон, Кэп. Не знать Купидона, как можно его не знать? Это вообще история турнира Warface. Это сам Warface. Он топ тоже. А Лакара? Лакара девушка. Она будет разбавлять мужской коллектив. И опять же, она топ. Она один из лучших снайперов. Это один из лучших, сильнейших. Их по одному пальцам одной руки можно пересчитать. И она среди них. А зачем тебе Папайя? Я просто люблю Папайю. Да! Вопросов я лично больше не имею. Кстати, можно поздороваться. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, капитан очевидности. Отличники, офигеннейший анекдот. Да вот так, деточка. Анекдот такой. Говорят, что деньги портят людей. Вы знаете, это правда. Поэтому в нашей стране в основном хорошие люди. Да. Та-та-да-да-да. Настроение хорошее. Настроение просто бомба. Вот там они где-то, да? Да, голубчики здесь. Дабл мультикилл, детка. Сочно. И прочно. Ой, мама, нет. Тихо, стой. Давай пос... А, все, нас же затащили, молодцы. Надо же. То ли ты такой красавчик, я? То ли килтек такой имбой. Кэп, ну как тебе сказать, ну если по чесноку, небольшая доля килтека в этом есть. Да, немножко килтек виноват, но, тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, все будет очень даже качественно. Так. Ой, мама! Вы чё, сука, так это дерзко-то вообще, ребята? Ракутагин, безобидно, я заметил. У тебя на всех абсолютно картах и при любых условиях, будь то паблик, будь то РМ, будь то Open Cup, у тебя всегда одна и та же главная стратегия. Okay. Ты ложишься у угла и не двигаешься. Да, я так и делаю. Ребята, никого не слушайте, это работает, отвечаю. Я так топ Open Cup'еров убивал. Серьезно? Вот, вот, пожалуйста. Это работает везде и всегда. И понимаете, если ты так играешь, то как бы люди не поймут, лох ты или нет. Они всегда будут думать, что ты как бы, ты молодец. Поэтому я так и играю. И никто не догадывается. Да. Так, вот так вот. Вот. Вот так, мой сладенький. Мой персик, давай следующий. Да ну блин, как ты мог-то вообще, это нечестно. Скажи как есть, бро. Золотой килтек реально намного лучше, чем обычный. Лучше. Лучше. Ваншотит он, ну чуть-чуть получше, иногда это заметно. Но главная его прелесть, друзья, не поверите, это всего лишь один патрон. Да. И
Серьезно, вот это ощущается. Как ни странно, всего один патрон, и он ощущается. Прям ощущается, потому что скиллтеком обычным вот пару чуть-чуть, вот всего одного выстрела где-то не хватает, когда выходишь на нескольких. А здесь хватает. Да. Я не знаю, кто так придумал, кто это все тестировал. Скорее всего, это просто совпадение. Но реально, золотым киллтеком в некоторых ситуациях именно из-за одного патрона проще играть. Но вообще глобально нет. Это как бы, они оба хороши и все нормально. Так что не парьтесь, если у вас, друзья, нет золотого киллтека, просто порадуйтесь за меня, у меня он есть. Да! Вот так вот, лети, мой сладкий, учись летать. Так. Ракутагин, ты задолбал. Ты показываешь киллтек золотой, а не твои донатные дефибрилляторы. Кэп, чё б ты не показывал? Ты... Сука, как он тут оказался, братва, вы чё? Ты не медик, если ты не резаешь, понял? Че это вдруг? Серьезно? Если медик убивает больше, чем вся его команда, то у него команда хреново сыграла, вот запомни это, я так считаю. Не, может кто-то со мной не согласится, но я считаю так. Даже на дэшке. Те же инженеры должны сочнее настреливать, нежели медик. Медик должен быть занят ресами, в первую очередь. А во вторую очередь уже да, вот этим. Это тоже хорошо, это надо, это обязательно. Просто бегать с аптечкой бессмысленно. Сука, ну блин, ну как тут? Все против меня. Давай, братан! Красава, Ракутагин! Мы продолжаем. Вот оно, основное оружие медика. Кто бы что ни говорил, это важно. Headshot, baby! You got all, деточка, да! Сочно. Спочином, Рачина. Благодарю, Нарина. Красава. Так, не лезь, не лезь. Девочка, зря. Вот так, деточка, да. Затащили. Мы молодцы. Рачелло, как ты думаешь, понерфят вообще киллтек? Кэп, я думаю, что... Мне кажется, все-таки нет. Знаете почему? Мне кажется, что тут ситуация та же, что с береттой. Я думаю, поэтому именно киллтек и СИК-МПХ не понерфят. Их, конечно, вводили, чтобы побольше бабок срубить. И это тоже хорошо. Но теперь, даже если они захотят их нерфить, вы представьте себе, как у людей сгорит. Это все равно... То же самое, что Беретту в свое время понерфить. Почему ее не нерфили? Да потому что если бы ее понерфили, то слишком много негатива было. Слишком много. Поэтому киллтек и сик то же самое. Кстати, сколько люди убили этих денег здесь? Тихо. Вот так, детка. Сколько люди убили денег, чтобы выбить эти киллтеки? Нифига себе ты ниндзя. Да, есть такое. Так. Минус один. Минус два. Ты кто такой? Не спи, брат! Ракутагин, на паблике, чтобы наверняка, надо не минус 3 делать, а минус 8. Кэп, ну блин, что ты придираешься? Минус 3, минус 8. Сколько могу, столько и делаю. У меня, как бы, программа всегда простая. Либо резаю, либо влетел, двоих, троих убил и умер. Все. Это мои стандарты, сука. Мне большего-то не надо. Я как бы такой это. Я однозадачный, мне этого достаточно. Главное выполнить свою функцию, правильно? Правильно. Ща полежим в дыму на нашей коронной позиции. Выходим. Опа! Опаньки, мой сладкий! Вот так вот! Все! Нас ничто не остановит, кроме мины. Ну, пожалуйста, пацаны, я вас очень прошу. Я главное вот эту девочку, Жепелину, убил местную. Давайте, теперь вы можете. Кого ты стреляешь, он дохлый. Во! Молодец, медик, ресай. Красава. Пацаны, давай. Во. Ну это команда мечты, серьезно. Вот с ними я бы вообще на лан вышел. Ну что, Кутагин, теория подтвердилась. Да. Вот так нимба. Нимба. Вообще нимба. Серьезно? Снайпер не имба, а килл так имба. Неправильно? Давайте честно. Когда снайпер, официальные разработчики признают, что он имба, тогда будем говорить про киллтек. А до этого все поползновения в сторону киллтека считаю лютым неуважением к тем людям, которые его имеют. Да. В любом случае, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то болейте за IndieHead команду, за нас, и ешьте папайю, она реально вкусная. Ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите, обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.